Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и наш сегодняшний ролик будет посвящен основным видам теплопередачи. Каковых насчитывается три. Это теплопроводность, конвекция и передача тепловой энергии через излучение. И мы о них сейчас последовательно расскажем. И я начну с классического опыта. Здесь к латунному стержню на воске прикреплено несколько болтов, и я буду нагревать конец стержня с помощью газовой горелки. Зажигаю горелку, и первый болт отвалился практически сразу. Подождем еще чуть-чуть, отвалился второй болт, и тепло постепенно распространяется по стержню и того места, где идет нагрев. Вот ушел и третий болт, ждем еще немножко, и четвертый болт тоже упал вниз. Металлы проводят тепло очень хорошо, в чем мы сейчас убедились. И если бы мы жили в доме с металлическими стенами, то зимой тепло очень быстро уходило бы через эти стены наружу. Поэтому стены домов делают из материалов по возможности с небольшой теплопроводностью – дерева, бетона, кирпича. И чтобы разобраться с тем, как стены удерживают тепло, нам нужен основной закон теплопроводности, который говорит, что поток тепла через стену, тем больше, чем больше разность температур с двух сторон этой стены, и тем меньше, чем больше толщина стены. Когда мы отапливаем дом, сколько тепла уходит через стены наружу? Столько же его надо подводить, сжигая топливо или через систему центрального отопления. Сейчас в доме плюс 20 градусов, снаружи 0, и разность температур составляет 20 градусов. Если температура снаружи упадет до минус 20, разность температур увеличится вдвое, а поэтому вдвое увеличится тепловой поток сквозь стены, и надо будет расходовать в два раза больше тепла. Если бы стены дома были вдвое толще, тепловой поток при той же разности температур был бы в два раза меньше. И в два раза уменьшился бы расход тепла. Но, конечно, лучше не увеличивать толщину стен сверх меры, а использовать утеплитель с низкой теплопроводностью. Чтобы посмотреть на теплоизолирующие свойства пенопласта, я приклеил его к банке и прикрепил к банке три температурных датчика. Один на пенопласт, один непосредственно к стеклу, а один вообще опустил внутрь банки. Наливаем в банку горячую воду. Вот она соприкоснулась с тем датчиком, который находится внутри, и он очень резко поднялся до 90 с лишним градусов. А теперь постепенно стала повышаться температура датчика, который прикреплен к стеклу. И вот что мы видим через 3 минуты эксперимента. Датчик внутри банки быстро нагрелся до 94 градусов. А потом показал постепенное понижение температуры остывающей воды. Датчик, прикрепленный к стеклу, через минуту вышел на температуру 60 градусов и дальше уже не нагревался. А датчик, прикрепленный к пенопласту, вышел на постоянную температуру 36 градусов только через 3 минуты. Почему же наружные датчики показали стабилизацию температуры в 60 и 36 градусов, хотя вода внутри банки имела все еще гораздо большую температуру. А дело в том, что для того, чтобы тепловой поток был через материал, нужно, чтобы имелась разность температур, а иначе тепловой поток вообще был бы равен нулю. А почему же пенопласт является таким хорошим теплоизолятором? А все дело в том, что пенопласт – это фактически вспененный материал, и большую его часть составляет воздух, а теплопроводность воздуха очень низкая. И хотя, как уже сказал Андрей, у воздуха очень низкая теплопроводность, тем не менее он прекрасно обеспечивает другой вид теплопередачи – конвекцию. Вот тут рядом со мной стоит нагреватель, на нем установлен штырь, а на штыре подвешена спираль-змейка. И сейчас я включу нагреватель в розетку. Вот у нас спираль потихонечку раскаляется, и змейка приходит в движение, скорость ее постепенно увеличивается. Почему же это происходит? А дело в том, что воздух вокруг спирали разогревается, и плотность его уменьшается. И поэтому по закону Архимеда
более теплый воздух начинает всплывать в окружающем более холодном воздухе. Так формируется восходящий поток, который и раскручивает змейку. Эти восходящие потоки хорошо видны, если расположить нагреватель между фонарем и экраном. А происходит это потому, что вместе с изменением плотности воздуха изменяется и его коэффициент преломления. Понятно, что тепловая конвекция может происходить не только в воздухе, но и в воде. Я поставил банку с водой на нагреватель, а чтобы увидеть конвективные струи, бросил на дно немного марганцовки. И вот со дна поднимаются струи окрашенной воды, потому что вода, как и воздух, расширяется при нагревании. А сейчас я покажу вам модель конвекционной системы водяного отопления. Здесь к стеклянной трубке присоединен шланг, так что образуется замкнутая петля, полностью заполненная водой. Стеклянная трубка будет нагреваться с помощью нехромовой спирали. А чтобы возникающие при этом конвекционные потоки было хорошо видно, я с помощью шприца заполню подкрашенной водой нижнюю часть этой трубы. Мы пропускаем по спирали электрический ток, и вода в стеклянной трубке начинает нагреваться. Плотность воды здесь уменьшается, и столб воды в другом колене теперь перевешивает. Поэтому справа вода поднимается вверх, а слева опускается вниз. За счет этого вода циркулирует по трубе, и краска постепенно распространяется по всему объему. А теперь посмотрим, как происходит конвекция воздуха внутри комнаты. Свежий холодный воздух из форточки опускается вниз, поэтому форточка располагается наверху, ближе к потолку. А нагретый воздух от батареи, наоборот, поднимается вверх, поэтому батареи ставят внизу, ближе к полу. В результате установившейся циркуляции воздух перемешивается по всей комнате. А сейчас я покажу вам, насколько конвекция эффективнее теплопроводности. И с этой целью мы собрали вот эту установку. Здесь наклонная стеклянная трубка заполнена водой. Снизу и сверху в нее опущены два термодатчика, а посередине она будет нагреваться нехромовой спиралью, которую вы уже видели. И мы видим, что через 30 секунд после начала опыта в верхней трубке начался процесс конвекции. А еще через 2 минуты верхний датчик показал температуру 75 градусов Цельсия. А температура нижнего датчика за это же время практически не изменилась. И вот вода в верхней половине трубки уже закипела, а за нижнюю я спокойно берусь рукой, она практически холодная. А теперь еще один, связанный с конвекцией, удивительно красивый опыт, для которого мы взяли силиконовое масло ПМС-10 и добавили в него немного алюминиевой пудры. Налили получившуюся смесь тонким слоем на дно кастрюли и слегка ее подогрели. И посмотрите, что у нас получилось. Тонкий слой масла довольно быстро разбивается на конвективные ячейки, которые еще называют ячейками бинара. В центре каждой ячейки нагретое масло поднимается вверх. Здесь оно отдает свое тепло окружающему воздуху и опускается вниз по краям ячейки. А добавленная алюминиевая пудра делает потоки масла хорошо видимыми. Аналогичные конвективные ячейки можно наблюдать и в космических масштабах на поверхности Солнца. Их размеры достигают нескольких сотен километров, а возникают они, потому что недра Солнца гораздо горячее поверхности, и конвекция обеспечивает эффективный перенос тепла из этих недр наружу. Алексей рассказал нам про конвекцию на Солнце. А к нам тепло от Солнца идет не через конвекцию и не через теплопроводность, потому что между Землей и Солнцем находится космический вакуум, но через излучение. И об этом виде теплопередачи мы с вами сейчас и поговорим. А теперь я приступаю к опытам с излучением, и первый опыт будет таким. Здесь у меня подвешены две одинаковые металлические пластинки, но одна из них зеркальная, а другая закопченная черная. И имеется нагреватель и рефлектор. Я ставлю эти пластинки лицом к нагревателю и включаю его. И мы посмотрим, что будет происходить с температурой обеих пластинок. И через 3 минуты закопченная пластинка нагрелась до 62 градусов Цельсия, а зеркальная только до 39.
мы видим, что черная поверхность поглощает тепло гораздо лучше зеркальной. А сейчас я докажу, что черное тело не только лучше поглощает тепло, но и лучше его излучает. Рассмотрим замкнутую комнату, в которой все предметы находятся в тепловом равновесии при одной и той же температуре. А это означает, что каждый предмет излучает такое же количество энергии, какое поглощает. Черный предмет поглощает больше лучистой энергии, чем белый. Значит, он и излучает больше энергии, чем белый. Вот и все доказательства. Теперь пришло время поговорить о термосе, колба которого была изобретена в конце 19 века шотландским ученым Джеймсом Дьюаром для хранения сжиженных газов при низких температурах. Колба термоса или сосуда Дьюара имеет двойную стенку. В промежутке между стенками откачан воздух, и это устраняет теплопроводность и конвекцию. А сами стенки посеребрены изнутри для того, чтобы максимально уменьшить теплопередачу за счет излучения. А теперь я сделаю коронный опыт с двумя параболическими зеркалами. В фокусе одного зеркала установлен приемник тепла, в который встроен датчик температуры. А в фокусе другого зеркала находится кусок меди. Я буду греть его с помощью газовой горелки. Тепловое инфракрасное излучение от нагретого предмета, помещенного в фокус, отражается от параболоида и преобразуется в пучок параллельных лучей. А этот пучок отражается от второго параболоида, собирается в его фокусе и нагревает приемник тепла. И в ходе этого опыта температура приемника поднялась с 26 до 54 градусов Цельсия, почти на 30 градусов. А теперь я сделаю еще один опыт. И вместо нагретого тела помещу сюда массивный стальной цилиндр, охлажденный в морозильной камере холодильника. И за 10 минут эксперимента температура приемника понизилась почти на целый градус. А потом я отвернул зеркало с охлажденным цилиндром в сторону, и приемник сразу же стал нагреваться обратно до комнатной температуры. Так что же? Охлажденный груз испускал лучи холода, которые, отражаясь от двух зеркал, достигали теплоприемника. Или процесс происходил как-то иначе? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на YouTube.